Пластические этюды и хореографические номера легли в основу сюжета концерта, который посвящен году экологии. Языком танца дети рассказали о том, как здорово жить на чистой планете. Да, дети провели очень большую работу, мы с ними рисовали, беседовали, и они с помощью рисунка, пластики, танца самовыражаются и говорят о том, что мы сохраним нашу планету чистой и мирной. Хореографический коллектив «Данса» известен не только в Одинцовском районе, но и за его пределами. Каждый концертный номер – маленькая история жизни людей, животных и растений. Каждый пронизан любовью и заботой к окружающему миру. Танец – это, может быть, наверное, какая-то композиция, созданная там из всяких разных движений. Ну, это жизнь. Концерт посвящен не только году экологии, но и дню рождения хореографического коллектива «Данса». В этом году ансамблю исполнилось 14 лет. За это время проведена огромная работа. В студии занимается свыше 120 человек, от мала до велика. Мы очень рады, что наши дети занимаются здесь танцами в ДК, не только, и вокалом, и спортом. И мы только рады помогать, вкладывать все силы, все время для наших детей. На сцене совсем юные артисты и уже взрослые танцоры. Терпсихора вдохновляет на добрые дела. Танец и природа в этот день объединились в единое целое с одной основной задачей – сохранить и приумножить богатство нашей земли. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».